вам сегодня приедем? Я говорю, конечно, не против, мы всегда за. Я говорю, чуйка вас не подвела, как раз на мясо. Как раз на мясо. Я говорю, мясо сегодня делаю. Так что жду девчонок. Буду сейчас накрывать стол. Стол накрыт, мясо готовится. Палыч достал из своих запасов леча. И любимая внученьки Вика очень любит. Огурчики с помидорчиками свои открыли, потому что с картошечкой мясо, огурчики, помидорчики Вика любит. Ну, огурцы-то и мы все любим. Вот, ну и к чаю все уже приготовили. Так что ждем девчонок, ждем гостей. Девочки, приехали. Кто там? 100 грамм. 100 грамм. Я тебе говорю. Заходите. Я тебе говорю. 100 граммовочки. Чего ты говоришь? То, что ты сейчас будешь так в халатике стоять. О, девочки приехали. Вот я побежала, только переодеваться побежала. Только халат расстегнула. Только... Вы, мы не ждем, а вы приперлись, называется. Нет, да? Мы ждем, ждем, ждем. Я только побежала переодеться. Только халатик распахнула, Палыча совратить. И звонок в домофон. Я обратно запахнула. Ну, сейчас переоденусь. Падать. Что тут натащили? Заказала только хлебушка. Раздевайтесь, мои хорошие. Свет включайте, мои любимые. Приветики, мои золотые, любимые. Конечно, у нас теперь все есть. Ковры, даже свет. Ой, девочки навезли. Чего тут? Дедушки, наверное, гостинец. Да? Это соку, да? Соку. Винишко, бутылочку. Не зря я фужерчики-то намыла. Не зря. Ты моя любимая. Фужерчики. Супчик будете есть, разогревать? Какой у вас? Сейчас покажу, какой супчик. Дедушка варил. Если дедушка, значит, вкусно. Сейчас покажу. Достаем наше мяско. Достаем. Я уже теперь не смею говорить, что такая красота. Мне тут одна подписчица или зрительница написала. Где красота? Что за красота? Ну, я ей в стихах ответила, конечно. И сразу последовала отписка. Теперь я уже боюсь говорить, что вот такая вкуснота, вот такая красота, все говорю. Да, ну, я ответила там, у кого есть желание, почитайте. Капец. Посмотрите, все культурно, все хорошо у меня отвечено. Я напишу потом, в каком видео, я сейчас не помню, укажу, напишу. Вот так. Как же так? Покажите мне-то покажите. Вот какую мама красотень приготовила сегодня к праздничному обеду. Будем поздравлять Палыча с 23 февраля, отмечать этот праздник. Мамочка у нас, смотрите, подсуетилась. С утреца я ей позвонила, говорю, мама, мы приедем сейчас к вам. Мама все успела. Быстренько чик-чик-чик. Ну, наверное, с помощью Палыча.
Первый раз я так мариновала сегодня мясо. Первый раз. Попробуйте, скажете, как, что, почем. Я дома готовила тоже на днях. Вике очень понравилось. Добавляла приправу, правда, там. Я всякие приправы тоже добавляю. Тоже, ребята, да. Не знаю, что где попадет. Я вообще не добавляю, потому что мне, ну, не любитель, да? Она. Угу. Не знаю, что где попадет. Не знаю, как, чего. Тут вижу, что мясо. А как вот ты распланировано это самое, внимание, а? Приправу, приправу, там какой-то соус или что там? Хреновину. Хреновина, да? Да, да, хреновину. В смысле, я имею в виду, из приправ, что на хлеб мазать. Что последний раз купила? Вот ты аджику нам отдала. Хреновина. А сейчас купила что? Хреновина. Хреновина. Вот так. Я видел где-то хреновину так. Где-то. Она вкусная? Садимся. Девчонки, как мальчишки. Же ты знаешь, что же самое, что аджика? Юля, ты сюда. Вика, ты сюда. Садись. И Кутенька, вон тебе дедушка заберет. Спасибо. Так, я сюда, дедушка сюда. Присаживайтесь, дорогие мои, все к столу. Все к столу. Все, кто с нами обедает, кто с нами встречает этот праздник замечательный, прекрасный, поздравляем с праздником и желаем всем приятного аппетита. Подарок. Надеюсь, что ему понравится. Главное, что он практичный, удобный. В кармане у меня второй подарок. Что, такой маленький подарок в карман поместился? Вот это такое интересное. Не, мы как оно есть, подарим уже, в каком состоянии оно пришло, мы объясним. Мы не виноваты, что оно в таком состоянии пришло. А что? Придется вам поремонтировать наш подарок. Да вы что? Да. Так что вот. Вы сразу из свадьбы съедете, да? Да. Ну, одно у нас было, а второе... Ну, хорошо. Деда, не смотри сюда. Извините. Итак, деда, я тебя поздравляю с праздником, с 23 февраля. Ты у меня герой, ты у меня молодец, и мы тебя поздравляем. Спасибо, моя внучуленька, спасибо, дорогая. Ох, что это тебе? Что это тут такое? Ну, ты распакуй, дед не понимает, что это такое. Мы тебе сейчас объясним. Так, это иконка для машины. Дед, вот это аккуратнее. Вот то, что я сейчас даже... Аккуратненько мы его купили, и оно, понимаешь, оно отклеено. И придется саму иконку приклеить к основанию. Даже станем, покажем, да. Это хорошо. А второй подарок? У тебя, ну, маму, это у мамы спросили, мама сказала, что у тебя нет автомобильной иконки. Ну, не доставай пока, не доставай, надо будет. А, как вы правильно приклеить, да? Приклеим, потом покажем. А второй подарок – это подушка для машины. Ты, бабушка, часто ждешь в машине, чтобы тебе было удобно и комфортно. Вот тебе подушечка. Под голову. А, под голову, да? Это оно, да, оно крепится, она крепится на подголовник туда. Ну, под, вот это подголовник, очень удобно, под шею. Да, штучка. Ты сможешь облокотиться, ну, реально. Удобная вещь, а ты сидишь часами ее ожидаешь. То есть, место свободное тут много. Тут у тебя будет и под шеей, как будто можешь поспать, похоронить. Спасибо, дорогая моя внученька, спасибо, дорогие мои. Юлечка, спасибо. Все как раз, и иконочка хорошо как раз. Спасибо, дорогие мои. Пожалуйста, дорогой наш. Я очень рад. Спасибо. У меня есть тост. За это надо выпить. А вы как должны ответить? А мы не возражаем. На свадьбах обычно так кричат. Ну все, садимся. Садимся все, ребята, за стол. Не садимся, а присаживаемся. Сесть мы всегда успеем. Я сейчас тебя прикрою, Викуси. Она была повыше. Нормально. У меня полголовы тут. Давай, ладно. Дорисуем полголовы тебе. Повернем. Ну, давайте с праздником. Ну давайте, дорогие мои, спасибо. Я очень рад за вас, что вы приехали. Деда, давай-ка с тобой последний, с крайним. Да. Я думаю, Юля, ты что хотела сказать? Ты же за рулем. Легко. Ты же за рулем, Юля, ты что? Юля, у нее пепси-кола. Пепси. О, ногти мои. Облезло все. Ты посмотри, вот. Все обколупалось. Это что такое? Она только что или было? Только что все обкололось. Капец. Нет, у меня нормально, видишь, держи. У меня тоже. Хорошо. Так, Людмиле, напиши, только что ехать опять. Да, надо будет это. Пусть она тебе подремонтирует, посмотри, у тебя вообще конкретно. Да, вообще придется заехать на ремонт. А, ну ладно, вкусная. Не будем о грустном. Всех мужчин. Мужчин поздравляем. 23 февраля. Наступающим праздником. День Советской Армии Военно-Морского Флота, да, по-нашему. 12 лет отдам. Да. Ну а теперь он как Лично. Называется праздник, я не знаю даже, как он называется. Я все считаю, День Советской Армии Военно-Морского Флота, день. В общем, всем здоровья, всем счастья, любви, удачи, всего самого наилучшего. Ура! Ура! Чокались уже. Винцо. Дорогое, наверное, да?
называется? Армянин. Наверное. Грузинская. Хорошая. Собираются. Девчонки собираются домой. Да не вся, напи вся. Наевся, напи вся, аж хвостик завився. Как с дедушкой буду расставаться, да? Да, говорит, я не буду. Забирайте его с собой, я вам его отдаю. Берите с собой или у нас оставайся, проживи. Одно из двух. Третьего не дано. Как с дедушкой буду расставаться? С бабушкой как не страдает, как будет расставаться. Нет, я же не хочешь со мной обниматься совсем. И рыба моя любимая. Давай, Юлечка. Ты моя сладкая. Давай, ты моя куропаточка. Все. Давай, Юлечка, давай. Давайте, мои любимые, с Богом. С Богом, со Христом, ну, пойдите. Здорово, ну все, все взяли, ничего не забыли. Телефоны. 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 Вот ты, как она любит старика. Как охота старика-то любить? Да, бабушка. Ну давайте, давайте, давайте с Богом, с Богом, с Богом, со Христом поезжайте, девочки. Еще тут не жмякались, еще к лифту все вышли жмякаться. Еще мало пожмякались дома, так еще у лифта жмякаются. Все, давайте с Богом, девочки, пока, 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 счастливенько. Позвоните потом, как приедете. Ну давайте, приезжайте, с Богом, давай, пока, пока, пока.